Приветствую всех. У нас обзор, ребят, сегодня акустическая система будет на обзоре. Фирма LOD, LODI или Hitachi, модель HS50F. Это у нас трехполосная акустическая система с фазоинвертором. Крупная, в принципе, крупная. Грубо, если сравнивать с Technics SB6, они больше по объему. И по высоте, и по глубине. Это я так вот навскидку, чтобы вы имели представление. Ребята, 81 год. Цена за штуку была 60 тысяч йен. Пара стоила 1200 йен. Ну, как бы ценник был негуманный, совсем негуманный. Она была дорогая. Эта акустическая система идет низкочастотники, можно сказать, плоские диффузоры. На самом деле там у нас идет, ну давайте сразу по техническим характеристикам, примерно из чего состоит. НЧ, значит, 30 сантиметров, плоский, но на самом деле это конус идет, а дальше плоское сделали они как бы свою структуру, там из алюминиевой, грубо там, фольги, плюс пененные материалы, смола, все это в конструкции это. Но кто-то говорит, что это очень тяжелое, звука якобы нет, низы очень плохие. Ребят, я вам хочу сказать, что это все хрень полная. Диффузоры здесь совсем легкие. Вот этот вспененный их материал, там смола с чем-то неизвестно, там конструкция, по конструкции они сделали, она очень легкая. Поэтому и ход свободный. И бас очень легкий. Бас очень легкий. Как бы эта хрень не очень тяжелая. И поэтому, ну я вам даже сейчас показал, как двигаются на подвесах сами диффузоры. Также именно структура подвесов это фирмы LODI или Hitachi. Это именно их разработка. Она как гармошка сделана. Ребят, вот им уже 40 лет. И еще лет 50 они будут вечные, вечные подвесы. Вот это. Далее пройдемся. Фазоинвертор. Ребят, вот фазоинвертор. А то, может, вы их не видите. Мало ли, незаметно. И есть они. Плоские диффузоры. Все ровненькие. Без всяких повреждений. Вот они, подвесики. Подвесики мягенькие. Подвесики мягенькие. Также имеется регулировка у нас средних частот и высоких частот, чтобы имели представление. Среднечастотный у нас 5,5 сантиметров, алюминий, конус. ВЧ у нас идет купол, тоже алюминий. Ну, чисто на слух, высокий середина здесь, я думаю, что вы услышали. Ну, очень хорошая, хорошая, так же, как и низ. То есть она вообще легкая на подъем, акустика очень легкая на подъем, на слух и восприятие. Дальше. ВВЧ у нас 2 сантиметра, купол. Что у нас идет следующее? Частотная характеристика. По низам, ребят, она идет от 35 Гц до 20 кГц. Сопротивлением акустика 6 Ом. Чувствительность высокая, 91 дБ. Объемом 60 литров. Вот по размерам я сейчас скажу, поэтому вы поймете, что она чуть больше размером, чем всем любимые SB6, там 6А, примерно эти M5 техниксы. Высота 63, там 61, 38 ширина, ну и глубина 37. Ну то есть по объему они просто больше, просто больше. Давайте я вам сейчас покажу внешний вид. Внешний вид. Ребят, внешний вид просто. Просто очень хороший. Просто хороший. Все грани, грани, плоскостя хорошие. Есть, конечно, меленькие волосяные. Как волосяные такие царапки. Ну,
Их почти, если честно, только заметно прям совсем, совсем рядом. Совсем рядом. А так, это просто чудо. Просто чудо с очень хорошим звуком, ребята. С очень хорошим звуком. И по ценнику это совсем недорого. Это просто совсем недорого. Давайте поближе покажу вам. Вот эти ихние подвесы. Диффузорчики чистенькие, ровненькие, без повреждений. Также вот, ребят, то, что вот здесь вот падает, ребят, это тень. Это не пятно, это просто тень. Тень от акустики. Просто много акустики, и они уже загораживают у меня грили. Грили присутствуют, шильдики есть. Есть затяжечки, ребят. Затяжечки есть, но просто вот эти вот моменты затяжки у многих жены, там, сестры, дочки, просто кто шьют и вышивают, в принципе, эти затяжечки легко можно убрать. Также хочу сразу сказать, ребят, у меня есть к ним фирменные, ребят, я их не стал даже распаковывать, фирменные, они почти как новые подставки под эту акустическую систему. Под эту акустическую систему. Они там тоже идут номерные. Все. Распаковывать я их не стал. Это кому интересно. Кому интересно. Могу предложить. Комплектом. Кому не интересно. Эти подставочки по размеру подходят на пионеры S180. Ашки, Дэшки, тройки. То есть их можно, поэтому кому не интересно, я их просто либо оставлю себе, либо продам с другой акустикой. Вот, что у нас еще? Вес 19 килограмм, ребят, 19 килограмм каждая, цена была 60 тысяч йен. Дорогая акустика, дорогая. Давайте, ну внешний вид я показал, сзади. Ребят, ну вот сзади, ради интереса. Вот. Ну, идеал. 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 Давайте включу другую композицию. Другую композицию. И послушаем. Проигрыватель выключился.
так у нас звучат акустическая система LOT, Loudy, Hitachi, модель HS50F. На плоских NC у нас с алюминиевыми диффузорами. Звук просто волшебный, ребят. Высокие, средние, чисто, прозрачно. Низ легкий, не тяжелый, не бубнящий. Просто он легенький, даже низ мягкий, ну, воздушный. Он сразу вот, грубо, у меня в гараже просто окутывает комнату низ. Хорошо звучат и недорогие, по крайней мере. Они не так часто на аукционах попадаются, но просто фирму LOT я взял послушать специально, потому что у меня не было возможности, вот разную я одни слушал, но именно вот разные модельки мне интересно было послушать. Мне они очень понравились по звуку, поэтому советую, ребят, советую. Кто ждет, хотел озвучить, кто ждет акустику, ребята, июньские, начало июня, нету еще посылок, нету задержки, задержки какие-то в транспортной компании, Москва, Владивосток, не могут они, я так понимаю, они загрузили в контейнера, и все оно во Владивостоке, просто вал этих контейнеров стоит, их просто не могут оттуда вывезти. Поэтому задержка идет, не от меня это зависит. Я понимаю, что люди ждут, мне звонят, спрашивают, когда. Ребят, я про всех помню, я как по приходу, я вам озвучу, что пришли и сообщу. Поэтому не обижайтесь, не от меня это все зависит. Задержки в транспортной компании, груз не отправляют с Владивостока. Вот такое видео было, ребят. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Есть у нас такие. Подписывайтесь. Всем удачи. До новых встреч.